Все-таки к нам пришла настоящая зима. Морозы за минус 20 стоят неделю. Ночью было минус 27. Посмотрим, как Алекса сегодня заведется. Или придется идти на автобус. Машине 5 лет. Аккумулятор ни разу не заряжался. Ну вот я и приехал на работу. Масло нагрелось только до 83 градусов. А здесь немножко холоднее.